Вот там я только что видео снимал, стены Ватикана. Может быть, здесь и нельзя снимать камеры, но усыпано, ну, мне по. Там сидит его пресвятейшая жопа, проще говоря. Знаете, что интересно? Деревья у них, да, вот эти сосны так называемые. Там канаты какие-то натянуты. Причем я сначала было дело подумал, что они удерживают деревья. Может быть и так. Хотя да, они, наверное, связаны с несколько, то есть между собой перевязаны, натянуты еще к земле, я вижу, да-да. Я, может, подумал, какого-то ради развлечения. Нет, все-таки, наверное, не удержишь, потому что здесь уклон. Здесь люди гуляют с собаками. Вот это растение, я забыл его название, недавно видел. В ТикТоке один итальянский травник показывает. А вот он, житняк наш. Здесь видите, какой он пышный. Обратите внимание, какой колос, видите? Все знают, это такую, эту траву вытаскиваешь ее и зубы вместо спички. Ну, здесь нельзя это делать, но так как с собаками гуляют. Там, кстати, у них аэродром, потому что я видел там на повороте за стенами, ну, вертолет и самолет, естественно, есть. Там есть этот, чуть не сказал флюгер, не флюгер, а, знаете, колпак, как он правильно, не знаю, называется, колпак полосатый, который в сторону ветра надувается. Сачок такой. Ну, колпак. Фу. Так, пешком я возвращаюсь домой. Да, пешочком сегодня. Как, впрочем, как и в другие дни. О, электромопед. Мы на таком... Я когда-то работал с Урмыновым, одним на стройке, несколько лет назад, с соседом. Так он, вот он, блядь, он весил 160. Я тогда весил, ну, под 80, 160 до 80, ну, почти там 250, плюс вещи, еще материалы некоторые в руках. Валики, блин, с этими, с телескопическими ручками, длинными, короче, как с копьем, блядь, еду. Через весь Рим несемся, скорость 80, блядь, с ним страшно ехать, потому что, блядь, он тяжелый. Вот точно на таком же, блядь. Знаете, едешь как на табуретке, блядь. Вот. Фу, блядь. Здесь уже стены повыше. Сейчас мы вот выходим как раз. Должна быть площадь, там будет, ну, я имею в виду на стену, там будет часть аэродрома, взлетной площадки, я думаю, ну, или полосы. Полосы, почему говорю, наверное, вертолетов-то раньше не было, были самолеты. Но как только самолеты стали в широком использовании применять, мелкие, наверное, и у папы тоже появился. У его святейшей жопы, блин. Вот. Так, я перейду. Обычно я иду ниже, не здесь именно, но здесь по параллельной, скажем так, части. Параллельно относительно, она параллельно, она не прямая. Она